эйрфраер продается. Цветочки везде, цветочки, прям цветочки. Дешевенькие. Дешевенькие всякие средства. Ой. Дешевенькие средства для мытья головы, киви. Ой. Так, а вот это мне надо взять. А нет, это дивин. За 9 крон. Что ж такое? Отломалось. Вот, берем за 9 крон. Так, и вот это я, наверное, возьму. Тоже 9,90. Вот эти две штуки, думаю, на исходе. Так. Ванну. Мыло норвежское 39. И, естественно, почти литровый за 10 евро. Head and Shoulders. Туалетная бумага. Кстати, надо купить, что ли? У меня еще есть немного. Мне хватит до следующего поездки. Хотя 279 крон за такую большую упаковку. Это у нас вот эта огромная упаковка. Стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 на 3. 2 в 2 сложения. 279. Ну, в общем, это 21 рулька. По идее, можно ее купить. Хватает надолго. Год назад купила вот такие причиндалы для подметаний. Не покупайте. Сломалась мгновенно. Химия. Так, а вот мне нужно было порошок цветной. Так, это у нас Color 199, 4 килограмма. Написано, что он Milieu Venli. Возьмем. Да, Color белый у меня есть. А этот заканчивается. Здесь всяким пупсиком моим ушастым. Пупсиком, птичкам 99,90. За сколько? За 2 килограмма. И моим ушастым бармалеем. Пурина. Адюлт. Взрослая. Нет, мне такое. Нет. Ладца 59. Возьму одну упаковочку оригинального в желе за 59. Тунфиск в желе 19,90. Берем много. Вот Blackcurrant за 42,90. Моя любимая. Вот здесь, если что, можно покупать дешевле. Чаи. Эрл Грей. Вот, потому что в обычном магазине уже стоит 65 крон за такую упаковочку. Макароны. Макароны я такие покупала. Но муж возмущается, не нравится ему. А мне так очень нравится качественно. И стоит относительно дешево. Что мне нравится, вот такие штуки. Очень хорошо для гриля или просто что-то запекать. Такое маркое в духовке. 49,90 за 10 штук. Но мне надо поменьше найти.
Вот это поменьше, но оно все равно большое. Насколько оно рассчитано? Рассчитано. Нет, мне надо где-то в половину такое поменьше. И мужу надо купить перец. Так, этот просто так сыпется. А этот вот он. Сделаем приятное. Свёрт пеппер. 79,90. А то у него закончился. Чеснок я свой еще не съела. Ну, где-то, может, одну четверть я все-таки стоптала. Ой, слушайте, орегано. Вот 120 грамм. Такая огромная упаковка. Можно брать. Даже грести. Вот эти полотенечка мне нравятся по качеству. 80 бумеля и 20 полиэстера. Это хлопок. 80 хлопка. Стирается очень хорошо. Вот стирается замечательно. И стоит 79,90 за 6 штучек. Это у нас постельное белье Джерси, 180 на 200, 219 крон, 160, 169, 90 на 200, 134, 90 на 200, 139. Уже началась распродажа всяких растишек, которые надо брать, покупать, высаживать. Первая группа 14 крон, вторая 24,90, третья ценовая группа 34,90, четвертая 49,90 и пятая 54,90. То есть вот такая капустка будет стоить 44,90. А что мне надо? Свеклу, что ли? Нет, вот мне все время хочется. Так. Лаванда четвертая. Блин, они прям. Они прям золотые, эти семена. Вот календулу можно купить. Единичка. Это 15 крон. Но мне хочется лаванды. Так, огурцы. Огурцы вот такие масики. Это у нас что? Это пятерочка. Господи, 60 крон. 6 евро за такой. Этот самый. Это тоже 6 евро. Мать его за ногу. Сколько ж это все стоит? Легче купить один длинный огурец и взять оттуда семена. Так. Это у нас что, четверочка, это троечка. Ну, это самые дешевые огурцы. Вот. Возьму один. На этот самый. На самый-самый. Укроп. Пятерка. Боже. 66 евро за такой укроп. А, он с этим самым. На ленте, тогда понимаю. Тройка. Вообще раньше петрушка стоила и укроп стоили как первая группа. Они были не очень дорогие, но сейчас не знаю, что тут происходит в мире. Но что-то происходит. Укроп пятерка, укроп четверка, четверка, четверка. Обалдеть. Здесь перлит. Сколько он будет стоить? 99,90 за 6 литров. Здесь уже
нету. А что можно высаживать? Разнообразные всякие емкости. И вот такие таблеточки из торфа. Сколько они стоят? 69,90. 30 штук. Кстати, у нас заканчивается, я бы даже сказала, практически закончилась дарова. 89,90 за 10 килограмм. Ну, или мерзнуть, или платить. Для растопочки есть маленькие, небольшие, крохотулечные. 59,90. Вот здесь разные штуки для розжига. Вот так вот это выглядит. Здесь чиркаете, поджигаете и кладете в печечку. И она горит. Есть разного вида. Газ, лайтер газ. Вот как для меня вот это лучший вариант розжига. Лучше хватается. 69,90. Если кому-то что-то повязать, тоже можно относительно дешево. Ну, все у нас относительно дешево. При наличии денег в кошельке. А когда денег в кошельке нету, то это все очень дорого. Вот эти очень вкусные. Рекомендую. И снова здрасте. Что купила в Европризе? Купила очень мало, но отдала 600 с лишним крон. Вот, значит, что купила? Импульсивно купила за 20 крон вот такое нечто. Оно мне чем-то смахивает, знаете, на что? На этот самый... О, так, чтобы лучше было видно. На хворост. Стоило 20 крон. Кростоли. 2 евро. Дальше. Попробуем. Еще купила вот это. Но я как бы покупала раньше двойное шокофлерн. Такая красота. 2 печенюшки, склеенные между собой шоколадиком. Тоже он был по скидке. Купила наконец-то мужу перец. Вот он такой большой. Сколько здесь? 200 грамм. В общем, 200 грамм счастья черного перца. Это же мечта. Купила за 42 кроны чай из черной смородины, Твайнингс. В обычных магазинах он уже переваливает за 60. Но я это говорила раньше. Купила уши чистить. 10 крон, вернее 9,90. Мои практически закончились. И купила еще Бумилля спад, кружочки ватные. Ватные кружочки тоже 9,90 стоило. 120 штук. Но в любом женском организме найдет применение. Что еще моим маленьким пушистым засранцем? Давно я не покупала вот такой лац. Он в желе. Здесь, если я не ошибаюсь, рыба в основном. Так, это у нас тунец. Это курица и индюшка. Это у нас рекер, ракообразные, и еще что-то там, еще какая-то рыба вместе. И а это уксы и, даже не знаю, фиатр, фу. Наверное, фиск, рыба в сочетании с мясом, най,
Фьодер Фо. Короче, я не знаю, что это такое. Ну, сказал Хусим и побежал. Нара Фьодер Фо. Это, наверное, эти пернатые. В общем, купила. Давно не покупала, надеюсь, они будут есть. Иногда очень хорошо заходят, а иногда... Да, кстати, вот этот кот очень похож на моего первого кота, которого звали Мяусик, который ушел и так и не вернулся. Вот, и еще было за 19 крон тунфиск в желе. Не могу без него обойтись, потому что не успеваю отбить баночку у котов. В общем, купила 6-8 штук. Ну, пожалуй, все. Вот, пожалуй, все. Так что такие у меня минималистичные покупочки. Что-то котам, что-то себе, это мужу. Ну, это так побаловаться, это спонтанный. Это всегда в хозяйстве пригодится. Чай. Все, пошла я кушать, потому что я голодная, как собака.